Salutare tuturor! Așa e o zi frumoasă astăzi cu vânt, noviteț și nivolbră, tăt perul. Mai în scurt, suntem la drept căut și am întâlnit o persoană care m-a rugat să-l luăm până la Briceni. Nu știu ce-i trebuie persoanei la Briceni. M-a văzut cu înghețat, l-am servit, desigur înghețata mea. Îl rog că să prezinte și să-mi spui ceva, câteva cuvinte. Dar nu văd nicio persoană ca să intre. Risc. Căciușo, vă представились. Я с Украины. Угу. Как вас звать? Валерий. Угу. Приехал потому, что замучили сирены. А у вас как там? Ого. Серьезно? Приехал поработать на виноградниках. Буду собирать урожай. Ваша мечта, здесь не очень виноградников есть. Ну да, я люблю виноград и красное вино. А вы сами откуда? С Ивано-Франковской области. Ага, соседи. Ну, а вы с какой? Бричана. И вот мы встретили его возле магазина, да? И вы попросились до Бричан. Какие цели у вас? Кто вас ждет, Бричан? Еду немного отдохнуть, найти какую-то работу, потом поеду дальше, на Бельцах. А у Бельцах у меня тоже есть знакомые. Я уже в Молдавии 2 раза был. Какая у нас вкусное мороженое, да, во время интервью. Хорошо. Даже не знаю, что вас спросить. Насчет войны что-то не хочется. Что-то другое, может, скажете. У вас вообще-то слышно было бомбардировки, эти я не в курсе. Пролетали только ракеты. Ага. И то мимо. Где-то по аэропорту ударили. Угу. А еще что-то пролетало через наш район и пошло на Львовскую область. Но вы так испуганы этим или... Да, да. Или все равно? Ну, как вас зовут? Валентин меня зовут. Меня Валерий. Угу. Очень приятно. Вытирайте нос. Смешная! Да, вы что-то сказали, что вы очень смешное. Ну, скажите хоть какую-то историю. Да, вот к насу. Едет мужчина на скутере. Ого. Без прав, без шлема. Останавливает копы. Полицаи в Украине. Мужчина, угу. Почему вы без шлема и без прав? Угу. Извините, у меня вторая группа. Чего вы от меня хотите? Ну так это же не мопед, а скутер, который имеет 150 кубиков. Угу. Ну, я и то не знал, ну, сколько. Ну и сколько нужно заплатить штрафа? 2500 гривен. А мужчина с перепугу, так сказать, обмочился. Угу. Панове, теперь вы мне должны. Вы мне до заправки доехать не дали. Управиться там. Ну, смешно. Смешно. Анекдот. Угу. Едем уже. Что-то мои хотите сказать, как насчет там все люди убегают или... Юла ругатка с Штергнас Шновру. Есть, которые убегают. Есть, которые говорят... Не обращай внимания на эти сирены, но никто не знает, у кого чья очередь сегодня-завтра погибнуть. Ага. А все-таки вот видел на днях, вчера даже в Киеве, там мирно, возле танков цветы. Да, да, видел, по телевизору видел. Угу. Россияне ждут, когда будет большое скопление людей. Я сколько... знаю, чего они ждут. Сколько вы в Молдове уже? 2 раза. Нет, 2 раза, но сколько времени? Месяц? Больше? Месяц 2-2,5. Mm-hmm.
Как вам Молдова? Красивая страна. Хорошие люди или? Хорошие. Красивая. Я вас понимаю, вы после стресса, после... Да. Или в жизни такой веселый. Ну смотрите, юмор, он продолжает жизнь. Юмор, он везде. Как поверит. Вам ваш артист, президент? За или против? Ну как? Конечно, вам? Клоуны будут поддержать или нет? Ну как вам сказать? Президент как президент, с одной стороны, очень смешной, а с другой стороны, чтобы не провоцировать россиян еще больше, нужно как-то думать, как договариваться. Много людей погибло, жалко людей. А города придется восстанавливать. Зачем это все было рушить, я не понимаю. Ну, Украина, вот как вы... Победит Украина, победит. Почему так считаете? Что говорил Нечай, когда был жив? В 9-м году, в 10-м, в 7-м году. А кто такой Нечайка? Это Майфар. Он предвидел, а что Януковича посунуть, и то с треском. Он предвидел, что будут валить памятники. Оно так и случилось. Угу. Дальше начнется война. Угу. Отупели. Угу. Хорошо. Как вас зовут? Валерий. Валерий Майкак? Валерий. Просто Валерий Валерий. Валера мы назвали. Хорошо, мы вас довезем до Бричан. Дом на Анна Луам. Понабричен, но рискуем. Мы не рискуем. Вы не опасны? Нет. Фамилия моя такая. Гау-гау! Поехали! Ужас. Вот за фрумасу турор я кашаку авентурмой приключения дар ломому из того ем требат мерч полно обречения а и тот шумбан сейчас тогда ж ем 20 гривен так ну не да гривни хай но эти ломом так ездим в Украину вот за фрумасу турор.